Приветствую всех, кто смотрит мое видео. Приветствую всех моих дорогих подписчиков, кто случайно попал на мой канал. Вот это я снимаю видео с моего балкона. Вот эта стройка, так сказать, сезона шла-шла и дошла до нас. Вот только сняли рештовки с этого дома, который нам фасадом выходит. Я вам хочу показать, какой он сейчас красивый. Вот такой фасад яркий. Ну а боковые стены почему-то такие вот, не очень яркие. Такие постельные тона. Рядом дом тоже вот. Еще ремонтируется, красится. Фасад сделан таким оранжевым, ядовито-оранжевым. Ну а стены будут тоже такие сероватые, но вот с такими вот оранжевыми пятнами. На той неделе закончили, сняли полностью рештовки с этого дома и перешли к нам. Вот вам рештовки лежат. И вот рештовки дошли уже до нашего балкона. Вот так весь наш дом обнесут рештовкой до верхнего этажа. Будут сначала мыть, потом красить. И будет тоже такой вот красивый у нас скоро дом. 7 лет, которые мы здесь живем, 7 лет наш дом не ремонтировался. Соседние дома, вот сколько у нас тут есть, тут как типа спальный район, потихонечку красили где-то за каждый сезон пару домов. Ну вот, дошли и до нашего дома. В принципе, можно сказать, что надо бы уже, потому что и стены такие уже стали грязные, и цвета уже не те. Ну вот, за сегодняшний день, пока я был на работе в первой смене, ребята дошли до нашего 4-го этажа. Было объявление еще в мае убрать все. То есть надо было убрать вот этот маркиз, который у нас вверху, который мы опускаем, чтобы была тень. И надо нам убрать вот этот пенал наш, который стоит. Мы его тоже сейчас вынесем. Освободили отсюда все вещи. Мы его вынесем. И уже завтра, я так понимаю, что рештовки дойдут и до 5-го этажа, и ребята начнут работать. То есть все окна заклеют специальной полиэтиленовой пленкой и будут чухать вот эту вот всю плесень, которая тут, грибы растет у нас. Будут снимать старую штукатурку, старую побелку и будут заново все красить. Это, конечно, хорошо, когда работаешь в первую смену. Вот я в первую смену эту неделю работаю, но вот следующую неделю я буду работать в ночь. И я не очень представляю, как это после ночи прийти спать днем под звуки вот этого ремонта. А звуки, конечно, и машинки вот эти всякие работают, которые все это стирают. И рабочие ходят, стучат, что-то всегда делают, тут кричат. В общем, крика шума было даже с того дома, когда делали, слышно было. Что сейчас будет, не знаю. Ну, не знаю, куда-то, может, придется или уходить на дачу спать, или еще что. Ну, вот уже. Так что скоро наш дом будет красивый. Так что сейчас надо снять, какой он, так сказать, на сегодняшний день. И потом покажу вам, как это все будет дальше развиваться. Письмо мы получили в мае о том, что это такой ремонт будет, но, наверное, все-таки по причинам, независимо от строителей, строительные работы длились дольше, потому что вот часто были дожди, непогода. В принципе, и сейчас вот вы видите, какая стоит тучка. Где-то днем был дождик в обед, сейчас опять вот тучи.
Я смотрел прогноз погоды, и такая же погода ожидается и на ближайшее время. Ну, все равно работы будут идти, где-то будут в окнах. Все равно работают. Ребята и там вот работали. Дождь прошел, они вышли там где-то, сидят внизу или в машинах и работали. Так что будем ждать хорошей погоды и как они будут работать.